В эти минуты стартует голосование за лучший спектакль в Приволжском федеральном округе. Первый фестиваль школьных и молодежных постановок «Театральное Приволжье» подводит итоги. И совсем скоро будут объявлены победители. Башкортостан на конкурсе представляют два коллектива. Народный театр «Короспед» университета имени Акмуллы и образцовый театр-студия «Пауза» из Межгорья. Финальное голосование продлится сутки и завершится завтра в 13 часов по московскому времени. Отдать свой голос можно, позвонив по телефону 8 800 350 35 43. По правилам фестиваля за свой регион голосовать нельзя. Волнение, конечно, есть. Без волнения как? Ведь мы представляем в этом фестивале нашу республику Башкортостан. А с 27 марта и по сей день мы, не покладая рук, работали, творили, создавали и выступали. Фестиваль «Театральное Приволжье», приуроченный к году театра в России, стартовал 27 марта по инициативе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. За это время спектакли театров-участников посмотрели свыше 100 тысяч человек, а в постановках приняли участие более 7 тысяч молодых актеров. Награждение победителей состоится 16 декабря в Нижнем Новгороде.